Андрюша Еремин, который сейчас выступал, он очень скромно ничего не сказал о себе, или сказал, что он там ничего, кроме 2-3 статей, не написал. Позвольте мне с вами не согласиться. Андрей Еремин написал, мне кажется, самую глубокую, самую серьезную и самую лучшую книгу об отце Александре Мене, которой без малого 500, наверное, а может и 600 страниц. Ну, 500 есть. 400. Ну, хорошо, не будем спорить. Вот, 400 страниц. Это потому, что Андрей Еремин еще был его алтарником в течение многих лет и наблюдал отца Александра во всех, так сказать, ипостасях его деятельности. Не только священнической, в узком смысле слова, но и исповедальной, и то, и все. И написано это было, написана книга с удивительной глубиной. Я об отце Александре море вообще книг. Недаром Александр Зорин, его духовное чадо, поэт, написал «Немыслимое на себе волоча». Вот это очень точные строки. Но более серьезной и более глубокой книги, чем книга Андрюши Еремина об отце Александре, я не знаю. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо.